Leonid, it was a special day today. No racing because of the storm. What is your impression? Сегодня не очень хорошая погода, да, действительно, к сожалению, сегодняшний день отменили, но надеемся на то, что сегодняшний участок нам удастся проехать завтра. А так, конечно, настроение не очень хорошее. Сегодня погода не располагает даже к отдыху. В общем-то, ветер, песок везде, в глазах, в волосах, везде-везде. Достаточно неприятно. Но это Африка, в общем-то, своя специфика. Поэтому живем с этим. Да, конечно, завтра будем соревноваться. Full gas, максимум атак. Шлиссер достаточно близко рядом с нами находится по времени, поэтому задача уехать от него как можно дальше, сделать задел. Завтра песчаный день, я думаю, что эта дорога будет нам допустит, чтобы мы это сделали. Нани едет в своем режиме, посмотрим.